Группа компании «Аврора» с гордостью представляет садовый насос АГП-1300 «Абсолют». Лучший друг овощей и почти родственник тыкве. Насос отличается от собратьев привлекательным дизайном и наличием фильтра грубой очистки. Производитель настолько уверен в качестве материалов и сборки, что предоставляет расширенную двухлетнюю гарантию на свой аппарат. Устройство предназначено для работы с чистой или слабо загрязненной водой. Насос отлично справится с поливом растений на садовом участке, подойдет для наполнения емкостей или организации рециркуляции воды в искусственных водоемах. Забор воды возможен как из открытых источников, реки или пруда, так и из колодцев, скважин или резервуаров. Насос работает от однофазной сети. Мощность двигателя 1,3 кВт. Производительность 4500 литров в час. Глубина забора воды 8 метров. Высота подъема 48 метров. Для подключения заборной и напорной труб используются резьбовые соединения диаметром 1 дюйм. Резьбы насоса сделаны из латуни. Данная особенность говорит о том, что трубы, подключенные к насосу, не приржавеют, а сам аппарат легко перенесет множество циклов установки. Насос не может работать с горячей водой. Максимальная температура перекачиваемой жидкости не должна превышать 35 градусов Цельсия. Покупателю следует помнить, что производительность аппарата напрямую зависит от высоты подъема воды. График зависимости вы можете видеть на экране. Так, при подъеме воды на 20 метров производительность аппарата составит около 3500 литров в час. Соотношение горизонтального и вертикального напора составляет 10 к 1. Это значит, что перемещение воды по горизонтали на 100 метров равняется подъему воды на 10-метровую высоту. Поскольку главная задача поверхностного насоса – перемещение воды в нужное место на участке, стоит отметить, что АГП-1300 «Абсолют» сможет перекачать жидкость на расстояние до 480 метров по горизонтали. Небольшой вес аппарата, а также удобная ручка позволяют владельцу в случае необходимости легко перенести насос в нужное место. Садовые насосы «Аврора» отличает простота и надежность конструкции. Аппарат состоит из двух частей – электродвигателя и насосной части. В насосной части расположено полимерное рабочее колесо, диффузор и трубка Вентури. Охлаждение организовано за счет установки вентилятора на тыльной стороне насоса. Двигатель защищен от перегрева термореле, которое отключит насос в случае перегрузки. Центробежный насос гарантирует высокую производительность и безопасность в случае попадания в механизмы песка и других абразивных частиц. Перед первым запуском насосную часть аппаратов необходимо заполнить водой. Поскольку садовые насосы «Аврора» являются самовсасывающими, заполнять жидкостью заборный шланг не обязательно. Даже если в трубу попадет воздух, насос, заправленный жидкостью, справится с забором воды. Однако, если через 3 минуты после запуска насоса дождаться стабильного напора так и не удалось, следует отключить мотор и проверить уровень воды в насосной части, а также герметичность всех соединений. Насосы не должны долго работать без жидкости. Так называемый сухой ход может привести к повреждению уплотнителей и выходу аппарата из строя. Вода не только охлаждает механизмы насоса, но и смазывает их. Для предотвращения сухого хода рекомендуем приобрести специальный блок защиты. Небольшой узел, который монтируется на подающую магистраль, позволяет автоматически отключить насос в случае исчезновения воды. Среди дополнительных аксессуаров для подключения станции покупателю понадобится шланг забора с обратным клапаном. Последняя деталь необходима для корректной работы насоса. Без клапана вода будет просто стекать в скважину. Все насосы «Аврора» могут быть доукомплектованы блоком автоматики для поддержания давления в системе водоснабжения. Подписывайтесь на наш канал, будем рады видеть вас в наших дилерских центрах.